Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии на шестерых в Sid Meier's Civilization 5, в которой я играю за Марокко. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании. Всё-таки всегда лучше начинать с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. А он у него города под горами у Солевого? Что ты прикопался? Да не особо. Питер под, под горой. Территорию. Ты там с тебя борзую построил библу, пошел в что захотел и сидишь там вообще не переживаешь. Мы тут все близко, и ты еще что-то пытаешься. Все умные, тебя вообще никто слушать не должен. А что ты его затыкаешь, я не пойму. По-моему, типа... соседи солевого чувака должны согласиться. Тимиться? Нет, быть согласны с тем, что я беспокоюсь. Да. Ну потом ты тимиться, да? Вообще, да, лучше тимиться. Все хорошо. Пока рановато, мне кажется, строить сеттлера. Давайте, наверное, еще один караван. Потом библу. Слушай, Халяк, ну ты там вроде как на Викторию не хотел? Типа. Там что, у халявы Викса дуэлька, что ли? Четыре. Не перехотел. Так за горами. Да нет, почему на дырка? Мы за холмами, за лесами, у нас тут нормально. Чики. Так а чё, где Бразилия? Я её не вижу. Где она? Где она там прячется? Чтобы... Тебе надо расчистить просто орды варваров, тогда ты меня найдешь. А, то есть ты там на отшибе? Да я не могу пройти, меня просто убивают уже здорово. Нет, я ушел на спас. Так, а Сяма, ты что хотел со мной торговать? Вино. Вино. Здесь кидай. Мне сейчас трюфель есть. Да. Мне бы красители. У кого-нибудь есть красители? Красителей нету? Тебя бы еще найти. Так а кто это? Викс говорит, у тебя есть красители, это, да? Нет красителей. Я просто скажу, что мне тебя будут найти бы. Хорошо. А где ты ходишь, расскажи. Я, что короче, ты видел? Я вижу Ур. Я вижу Новгород. Нет. А Питер ты видишь? Питер нет. Москву, туда Питер. Туда идти надо. Ну, так иди. Шинички, кони. Этот конь в четвертом радиусе не стоит. Вот что-то. Печально, да? Жалко. Я бы сказал, это лучше, чем ничего. Там уже ничего нет, пуски там конец. Уж не идти туда даже. Тратить своими гами. Ты за него переживаешь? Да, за драгоценное время. Здесь, конечно, еще вот тут у меня будут варвары периодически появляться. Вот это не очень
Здорово. Все равно два хода. А если так? Один, отлично. А где Викса тут встретить с Тихом? Читай. Хожу найти. Ну, Викс, видимо, слева от русского. Подскажешь, русский? Слева от тебя? Ты лорд Ринда, да, спрашиваешь? Да. Ну, а вижу, нет, две. Разведбег. Две, иди. Найдешь. Все, отлично. Ура, я не последний по молоткам. Соль там еще одна будет, когда? Что? Когда соль еще одна будет, закинешь на трюфель. А ты будешь, кстати, трейдить Тахалецкий? Ну, буду. Я же тебе сказал, сколько ходов. Ты, я так понял, не поверил. Что он с библой? Не, он с библой мог энкан открыть и просто потом открыть колосс. Ну, поздравляю, ты потратил 12 ходов на изучение обработки жмя. Бывает, что потянуть. Надо просто верить людям. Сири, а ты скоро посольство дашь? И так два. Ты нет, тебе пока что нет. Мне не дашь, да, посольство? Нет, тебе нет. Спасибо. А, вот так один будет, отлично. Зажал посольство. Понимаю, но мы, по-моему, я хотел воевать, я бы тебе бы денег не дал. Чё, у меня благие намерения, пожалуйста. Просто, я, ну. Я оставлю здесь свой скаут, я даже твой город не засвечиваю. Я засвечиваю один лишь только шелк. Мне просто в глазу мусолит вражеский юнит. Вражеский. Чё вражеский ты сразу убил? Потому что, ну, ты не прислушаешься ко мне. Не, лучше расскажи, что он тебе там в глазу мусолит. Только вонять. У нас тут один общий враг, это меня что такое, лишь русский он. Это вы русские. Вот русский тот самый. Да, после... Евросоюз создаем. После библиотеки начну посела строить, и как раз построю посела и построю у нас колледж. А НАТО. Привет, Викс. Здравствуйте.
Матик. Здорово. Ну, Маракеш прикольно у меня разрастается. По такой траектории своеобразной. Блин, а может Мамбасу захватить? Я вот просто думаю, какой город четвертый лучше? Мамбаса или вот если я здесь поставлю? У всех так много места. И один такой. Да, тебе что-то как-то не подфартило особо. Захватывай португальца, я ж тебе говорю. Да, это легко так будет, ты бы его места видел. Вообще легко. Не, он может пойти повоевать со мной, но типа он профит с этой войны не получит. Как не получит? Он тебя захватит, вот и все профиты. Он захватит город в холмах через реку. Ставятся пикинеры, и как он это пробивается. В городе стоит юнит под хилом, да? Как слоны убьют пикинера. Фикс. Че, этот самый, как и лорд, ты сейчас тебя начну обстреливать. Я ничего не говорю, говорю. Я понял, что там за Петрой, как да, он меня переживал. Это просто вообще... Гитмана что... город до сих пор или... Я ж такое не палю, Викс, ты шо? По-моему, ты уже спалил его. Слушай, можно было, ты уже спалил. Твоим вот это, Викс, мы все поняли. Главное, не отдай это кому-то. Какая-то битва экстрасенсов. Самый долгий 5 ходов в моей жизни, конечно. Счастье есть, да, будут еще. Это я торгую вином. Это тут еще у меня будут. Мне бы, конечно, пантеон на плантации взять. Слушай, так, капкан, вопрос у тебя. Да, все, нет вопроса. Русский, а ты религию планируешь брать? Не то чтобы планирую, она уже скоро должна появиться. Уже должна скоро быть. Ну, я так понимаю, что на производство ты возьмешь. И мы все тут сидим и будем рады твоему производству. Да. Конечно, бабки тебе придется давать за это, но... А ты еще город будешь ставить, Викс? Я бы поставил. Третий? Поставлю. Ну, только не здесь. Стоп, это у тебя? А, да, у тебя. Вот там нет смысла, там русский выкупил вивиту. Нет, ну слушай, там правило на озеро можно поставить на... Нет, этот сам, как ее, у меня здесь нормальные места еще слева есть. Понятно, еще лучше места, чем эти. Четыре города здесь я умещаю, все. Я тут один вообще так понял. Ну, так это по обычной Пангее. Что тут действительно, чего ты ждал? Это рандом, рассказать. Для этого тебе надо решать проблемы, которые у тебя есть. То есть ты видишь, у тебя мало места. Ты намекаешь на войну? Нет, просто жаловаться на место — это последнее дело. Конечно, говорю, что у меня места плохие, говорю, то, что я бомж. Жаловаться на то, что ты бомж — последнее дело. Че, кто там хотел соль? Есть. Я прям 4 трюфеля. Любой выбирай. Любой, да, из трюфелей выбирает. Который больше нравится. Как говорится, Киев переименовать в Лиссабон. Почему клетки с болотом самые дешевые? Почему я не понимаю? Сколько ходов? 7. Все, Киев с трюфелями, понял? Киев переименовал, по-моему. Ну да. А там наверху не видишь что-нибудь есть, Викс? Тут
туда. Там можно посмотреть что-нибудь? Нет, нет там ничего. Даже ГГшек? Нет. Пойду вниз. Печально. Что поделать? Все, у меня теперь есть Киев, Львов и Житомир. А чё не Нахапетовка? Я такого не знаю. Ты только три города Украины знаешь, да? Больше, но просто у меня у самого три города всего. Ну это ж не прикольные названия. Львов, Житомир, ты все, у всех на устах. Надо какие-то такие, чтоб... Вот Херсон, например. Житомир прям на устах вот у меня. Не, ну все знают эти города. А надо такие прикольные, чтоб там, я не знаю... Херсон. Да-да, это очень смешная шутка, это еще времен... Можешь еще раз повторить, пожалуйста? Да. Времен Советского Союза, когда, знаете, там в каждом городе, там, например, ну... возят какие-нибудь машины, или там в Минске, там Минск-водоканал, да, ну, сокращенно название городов. А вот как, типа, Херсон сокращали? А у Дига один город до сих пор, да? Что-то. Не только у Дига. У меня два, но у меня все плохо. Да, все плохо с НК, с Колоссом, вообще, знаешь... Жить плохо становится. Ну, да, давай так. Население последнее, урожайность последняя, производство последнее. Ну, с одним городом. С двумя городами. Ты города поставил? Поставил города, пустил караваны, мне первая еда. Пусти сам. У меня последний, и не надо тут. Наверное, ты караваны не пустил. Или что ты делаешь? Первая еда. Жизнь хороша. Русский, а куда ты дорогу строишь? Ты не поверишь, это Санкт-Петербург. Ну, на пшените. Я ферму там строю. А, ферму? Да я слежу за тобой. Я заметил. Чё ты когда параноишь? Куда дорога? Так, что ж мы тут... Берите Маракеш, как говорится. Я только... Давайте меткалуки откроем. Я только потом дорогу деньги. Проложу, а там само. Да, да. А кто там ур так напрягает, что он юнит просит? Может, варвар? Или ты когда игрок? Славенты не задружились просто. Я так понял, славенты тоже воюешь до сих пор? Славенты? Нет. Да, но я не видел оповещения дружбы. А, так я и не объявлял войну в Лавенте. Барабаш воровал. Нет. Я хотел стыкать, но его здесь там не было. Можешь писать, если что, Лавенту. Вообще, я подумал, но что-то опять близко к русскому, к Маракешу. Да, может, какая разница? К русскому типа, близко-то. Нужна мне эта Лавента. Город с собой не берется. Настолько все близко. Вот но видишь, здесь... Маракеш, я ферму построю. Зависит просто от того, как... Классно. Мирно или не мирно. Пришлёшь яблочек с этой фермы? Конечно. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии ConsoleWar.ru. Игра не требует вложения средств, и при достаточном умении и понимании механик игры, человек, который не вкладывает деньги, может достигнуть тех же успехов, что и донатер. Заходите на ConsoleWar.ru, ссылка в описании, и не забудьте воспользоваться фразой «Лёша играет» для получения бонусов. Викс, ты нашёл меня? Ну, знаешь где я? Нет. Блять. Ну вот, почему ты сейчас поругался, расскажи. Просили же, камон. Может, ты как из села. Мы потом сейчас, да. Пересекаются границы, и типа, мы не нашли. Сейчас, да. Ну я спрашивал, кто-нибудь спрашивал, это видел картинку Васия Баракамина?
Молчание. Кажется, этим городом тебя никак не напряг. У меня просто всего два их, как бы, пока. А, вот оно что. Ладно, я... Ты там попробуй не тратить бабки, что. Ничего, ничего. Клеточки надо выкупать. Дик, ну я молчу. Узнать. Дорожка, дорожкой и тебе верну деньги. Надо вот так дорогу вести, ну, к этому смысле, городу, а потом же, вот так. Нормальный же город. Нормальный город, да. О, Россия, религия. Давай ты мне бабки дашь, потому что будешь на день дорожкой себе на клетке. Я тебе отдал деньги для чего? Чуть ты попозже себе... давай, я не могу сейчас идти к клетке. Как ты не можешь купить? Я тебе помог купить люкс. Уникальный люкс. Давай ты не будешь жадничать. Нет, давай ты не будешь жадничать. Я хочу бабки просто назад. Я ходил, дань собирал. Деды воевали. За это дань. Воевали. Боже, я понял. А есть меч? Я тебе дал деньги не для того, чтобы ты их зажал потом. Я тебе говорю, подожди пару ходов. Сколько пару? Ты купишь клетки, проложишь дорогу, и ты думаешь, тебе дорога даст плюс 10 вход? Я продам. 6 дорог будет всего. Это плюс 10 лет. Нет, подожди, Дик, а тебе нужно что? Тебе нужен этот мрамор? Не, мне просто нужен обмен рукой. А медь есть у кого-то? Так у меня только одинарный. Ну хочешь, я тебе потом... Ну пока подожди сейчас, давай сейчас это самое... У тебя слоны будут? Кто? Это самое, слоны будут? Нет. Нет, к сожалению. Так, по одному ходу мы здесь сделаем дороги, чтобы не тратить деньги на них. Пока стоим, три хода ждем. Халява, ты же в курсе, ты обязан построить барабудру в этой игре. Русский с производством. Топовый русский с голдой, с молотками. Что делать? Да, но тем не менее... Я сижу последний по науке. Викс, подтверди мои данные по демографии. Подтверждаю. Последний. Пока. Ну, я не знаю, кого ты тут пытаешься наебать. Ой, конечно, извиняюсь. Обмануть. Давай ты не будешь дурочку строить. Ты в смысле? Я последний по всему, ребят. Нет, ну последний, но не значит, что хуже всех. Ну, это уже что-то из области непонятно чего. Нет, ну, ты пытаешься просто... притвориться, что у тебя так все плохо, чтобы я не плыл к тебе и прочее. И плывите ко мне, пожалуйста. Так наоборот, если у него все плохо, я бы сплавал к нему. И легко забрал. Нет, я поэтому... В смысле? То есть ты уже плывешь ко мне? Я не знаю, нау там буду смотреть, куда им плыть. Говорится, в тумане войны найдут крошку. Я нау в любом случае строить в этой игре буду много. Рип-дик, короче. Можно я буду пытаться выиграть культурно, и никто на меня не будет нападать? Как ты собрался культурно? Блин, построил дорогу, я забыл. В жопе, я тебя пантеона нету, хотя... Кто в жопе? Кто? Еще чудо какое-то есть. У меня юнитов много, поэтому содержание. То есть, да, я бы сказал, что тут основное идет, видимо, вот видите, 10 именно содержание что юнитов. У меня много рабочих, да. Но это нормально. Я лучше обработаю все клетки. Как же вы друг друга? У тебя спросить. Кстати, про ракет что-то вокруг отыграет. Я напрягся. Корочка, упорочка, родная. Ты понимаешь, это доверие. А ты морской? А, нет. Что? Нет. Ну нет, Дик, ну что тебе еще? Ну как еще ты? Ну никто меня не защитит, да, от португальцев. Наверное. Какой ты бедненький, так жалко.
Это кто-то боится. Кто боится португальца? Я ему только намекнул на слово то, что я могу его идти убивать, он уже начинает придумывать истории, что я его пойду убивать. Братишка, не бойся. Как же ты любишь просто постанать? Бедный Сиам тоже на море. Серьезно? Да. Защитим друг друга. У тебя есть слоны, и ты его сосед. Давай я тебе предлагаю, если он нападет на меня, ты на него слонами. Как пойдет? Так понял, ты меня захотел это городами обставить, да? Что? Кого? Халецкий там ставит только там города. Я от моего Питера. Русский, ты что, вообще обалдел? Ты мой третий город. Ты мне его где предлагаешь ставить вообще? Я же говорю, ты вокруг моего Питера ставишь города. Что, неправда? Я соврал? А в чем-то вопрос? О чем мы тогда, что мы сейчас должны тогда обсудить? Это не вопрос был, понимаешь? Утверждение. Это было утверждение. А, извини, тогда что, я отвечаю на него? Сейчас вот золотой век будет в Португалии, сверну бабки. Точно. Я уже жалею, что тебе дал. Ты тут начинаешь под Дига тоже житься. Ну ты хорошо идешь, я вижу твою территорию. И чё тут хорошего? У тебя рек много, у тебя есть джунгли. В столице три клеточки пресной воды. 68 еды. Да. Там Артемида. У тебя в Львове двойная река, ты можешь ниже Львова поставить город, а реку джунгли. У Львова двойная река? Ничего, что у него клеточки реки, вот, вот основная, а вот давай это давай посчитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8-9. Ты говоришь двойная река. Река-то с одной стороны, с другой стороны у нас спорная она. Какая спорная? Ну, один холмик у меня и под шелком, а между нами клеточка спорная реки. Говоришь просто двойная река, как будто она просто без ресурсов, эта река. Вот это вот клеточка вот, которая... Нет, ты просто говоришь немного некорректно. Дик, ну мне же невыгодно, ты же получаешь счастье, а что я получаю? Я не получаю ничего. Ну, не помогай Дигу, боже. Не помогай я Дигу, ну а смысл мне? Мне счастье тоже нужно. Я, может, сейчас кому-нибудь найду, с кем-то обменяюсь. Ну так я и говорю, зачем тебе меняться с кем-то, кажется. А смысл? А я не получаю счастье. У меня одно серебро. Ну будет же второй, просто... Не будет у меня второго. Кто у нас в медкарей забежал? Как-нибудь. Ребятки. Так, вот так. В этом. Но это не кажется, медкари это уже поздновато. Считаешь? Фикс, мы с тобой оба на последних листах. Давай помогай друг другу, пожалуйста. Ну ладно, слушай, Дик, ну это помощь тебе. Я тут ничего не получу. В следующий раз я тебе помогу. Не помогай ему, он тебе ничем не поможет. Еще и придет, тебя сам убьет. Слушай, капкан, вот это уже бессмысленно с той стороны. Почему? Ну, ты сидишь и построил Библу, ты на отшиве. Я на последних местах, я обогнал Викса. Отча, Викс полетит, Петр, ты такой. Куда я полечу? Вот, только в мусорку, мне кажется, я полечу. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давай, считай. 22% на науке. Вот ты хочешь сказать, ты не первый откроешь госслужбу, да? Не построишь кучу чудес. Я тебе знаю, что скажу. У меня нет ни одной реки ни в одном городе. Мне госслужба вообще не нужна. Ну, посмотрим. Да, моя демография уже все сказала. У меня есть на обмен вещи разные. Кому-то надо. Икс, ну отдаю все, что у меня есть. Пожалуй, пойду в мастерские. Мне нужно, мне нужно счастье. И мое счастье. Я хочу кого-нибудь найти. Отдаю последнее. Так у тебя есть... Обработай. Давай я подефую твоего раба. Чего ты обработаешь? Да не надо. Ну подожди, мне надо туда сейчас сначала его привезти в город. Подожди. Блин. Ну, зато золото появилось. Я понимаю, Зиг, ну это время все, понимаешь? Это все время. Сады никто не построил.
Так, тут дорога соединена. Неплохо, неплохо. Что там? Не, ну вообще Мидкари с Килиманджаро это, ну, это тоже неплохо, даже на таком ходу. Слушай, если там нет арбалетов, то Мидкари будут актуальны. Какие арбалеты? 62-й ход, даже Вавилон так. Просто там кто-то... Нет, Вавилон может на 50-м выйти, как 58-м. О-о-о. Не, ну если тупо кликнуть... Если прям пойдет туда, да, там 58-й какой-то ход. Если вообще технологии не открывать, то можно... Русский, надеюсь, ты их не слушаешь? Слушаю, конечно же. Чё, мне замутить их или как? Нет. Хорошо, задам вопрос, чтобы ты понял, что я имею в виду. Ты их тревоги близко к сердцу принимаешь или... Что их... Кстати, у Халецкого тоже мало тикторий, так вот. Смотрите. Чё, теперь-то ты мне дашь посредство? Yes. Да, теперь, не знаю, надо подумать. Надо подумать. Как так, я думаю, что нет. Спасибо. Давай меняться. Ну, в принципе, если ты хочешь меняться, давай тогда, в принципе, тогда это самое с посольством. Так, если. Ну ладно, давай. Да, ну ясно. Все ясно. С вами. Сейчас с нами ясно. Ну что, все неплохо. Достаточно. Че, как там деньги? Уже ну, капают, видишь, все уже могу отдать. Ты прям мониторишь, сколько я тебе нужен. Не, просто, типа, я не понимаю, я тебе дал деньги, чтобы ты тебе люкс купил, а в итоге ты все еще какие-то клетки приобретаешь, я сижу тебе, типа, ущемляю как-то. Истории про слонов мне не особо нравится. Я ж тебе ничем не угрожаю. Вот так интересно в финале, в последней своей игре воевать до конца игры. Да, молотков там, конечно, много, прям как в воле. На 64-м ходу 64 молотка. Это сильный век. Слушай, отвечаю. У него одно чудо, только Виктория, больше нету. А, ну я только Викторию вижу, да. Халява Виктория? Да. Вообще-то да. На солях с Викторией. Хороший русский. Если честно, я все заладили. Ты что, Севера основали, что ли? Да. Иди по основам. Я понял. Ну вот, да, на последнем ходу основывать, на последней секунде религию основывать так себе. Чуть не залагало. На грани фола. Исклик. А где Дик? Где он найти может? Подскажешь, Викс? Дик еще ты хожу. Ну вот выше этого. В Нимрут. Короче, где Нимрут, выше вот там. Идешь. Вот что-то
Чё ты... Я ж тебя спросил, там выше есть что-то твоего города? Ты говоришь, ничего. Чё? Какого? Выше... Где Петра, так ничего нет. А тут можно обойти как-то слева? Да иди. Всё... Ну иди к тебе, я думаю, сейчас сам пойдет. Наверное. Или нет, он там не пойдет. Ну ты пропустишь же меня, ну, по-братски. Ну, вот через ноги мне бы не хотелось бы. Нет, через ноги... Просто я строю. Чего? Ну, что нужно? Хорош так держать, строй, что нужно. Пока так что... Я посмотрю все видео. Интересно. Ты с мойкой ушел? Нет. Ты у кого спрашиваешь вообще? У Ракеша. У кого только что? Нет, я тут и родился. Вот твоя Петра сверху, отличная такая. Это не отличная Петра. А есть вино у кого-то? Да, есть. Халява, куда вышел? Ага. А нет, госслужба. Жестко. Жестко. При этом шам ты расселялся так. Ну чё сказать, крота супер жирный. Спасибо, спасибо. Ну то, что я так понимаю, конечно. Иди. Встреть меня у Ашура. Я стою прямо над Ашуром. Не надо. Встретимся, походу. Я могу, если прыгнуть через войну, не задеть твой караван, если что. Тихо, ты понимаешь, что я делаю? Я строю клетки контроля. А вы знаете, какое отставание у второго места и у первого? 22 молотка, если чё так. Второго места молотка. Ну, у меня сейчас третье место, у меня 42 молотка, у него 68. Да, я последний по всему, Викс, поменяйся хоть со мной. Слушай, Дик, ну я тебе сказал, пока нет. У меня самого счастья нету, мне нужна выгодная сделка, понимаешь, выгодная. Выгодная сделка. Да, мне нужна выгодная сделка, понимаешь. А ты где построил Петру, в Ниневии, что ли? Сходи, посмотри, я бы назвал это новым чудом, так сказать. Смотри, Витя, если я через войну прыгну, я заблокирую клетку с двумя еды только, и все. И серебро. Нет, и направо прыгну к мрамору. Слушай, Дик, я тебе сказал, пока не надо. Ну подожди. Нет, ну мы с тобой соседи, я последний по всему, и ты не дружишь, вообще обидно. Ну что значит, я с тобой не дружу, я делаю сейчас, что мне выгодно. Это обида. Вот тебе сейчас... выгодно, я буду тебе все тебе помогать всем и так далее. Дик, ладно. Ну подожди пока, ты вот что сейчас тебе нужно? Встретиться с этим? Да, я не могу ни с кем не меняться, ничего, ты не меняешься. Конечно, мне надо встретиться хоть с кем. Ты же на море что-то не плаваешь. Ну я построил 4 реально, что Викс? Да, типа, у меня тут... Тройной шелк, тройной трюфель. Парни, мне счастье надо, найдите меня. А короче, кому вино нужно было? Нет, нельзя, да, Викс? Ну нет, что, Дик, ну я тебе сказал, ну подожди, ну построй хотя бы 5 ходов. Короче, потом... Сиам, подходи между Ниневией и Ашур, там есть клетка. Прям. Это слугами, может быть там перехитрились. Слушай, Сиам, ты видишь там, короче, это сам пшеницу вот, короче... Давай вот так вот, мне просто нужен еще. Слышал? Что, куда? Вот это... Да, видишь, дорого стоит, но вот, надо купить, чтобы дорогу, то есть вот, если Брускин не мог купить на всякий случай. Он мне просто там, обрежет путь. Я думаю, ты его не найдешь там. Понял, принял. Куда вышел? Есть Голиас. Да, вышел, да. В целый сервис. Ты? Давай границы. Нет, ты. Крайние границы. Нет, Дико, ты мне можешь кинуть границы, я тебе дам границы, гуляй, пожалуйста.
Еще больше молотков. Иди ищи там русского, кого там. Да. Может в физику пойти сразу. Конечно. Счастье получить. Ты можешь границу? Неадекватно жирно. Что-то как-то слишком. Не, ну ты же вышел сейчас в этот... А это не ты целый сервис, что ли? Нет, русский. У меня ни одной реки, у меня не будет никакого... Да, вышел, тогда биг. Да здесь не в богословие. Скажи только не в богословие. А я не вышел в средневековье, кстати. Вышел ты только что, неизвестный игрок входит в средневековье. Я не встретил... Это значит, что он открыл все техи той эры, но не вышел в средневековье. Ну, типа, не открыл теху средневековья. Так это еще жестче. О, прикольно. Сильно? Значит, пошел в литье. Раз инженерку изучил. Мид Корей. 100 яблок. Мне бы так жить. Еще и Ростов поставил. Да, Ростов там вообще... Парни, я последний по всем параметрам. Хватит меня обсуждать. Вообще-то у тебя столица хорошая. А что ты не строишь галик, кстати, Дик? Про русского только что говорили, что-то. Потому что мне не до галика. У меня последняя промка. Я ничего не могу построить. Вот сейчас у тебя запустился хотовик. Ну что вот сейчас? Ты вот вышел сейчас... Сука, я отходил, кто-то там, что-то там. Как обычно, тебя петушат за демографию. Петушили. Ничего, на самом-то деле, как бы, я бы тоже мог на кого-то там. Ну, ты выкупил лук. Что могу сделать? Это ГГ. Нет, я его не укупал, он сам. Ну, вообще. Еще лучше, конечно, было бы Дик, а в чем висячие проблема? Сады почему построить в Рабате, и плавай здесь, пожалуйста, потому что тогда тут сад появится, но... Оптику уже изучил, смотрел все техи. Ну, так тем более, а что ты, спрыгни сейчас на берег-то, с берега. Не могу я спрыгнуть. Промоушена, может, нет. А, потому что он... Тоже будет на манюшке. Через войну мне пройти, я тебя никак не напрягу. Вот вообще. Три хода, Дик, три хода. Я тебе говорю, вот просто три хода. Че, постой. Пока постой. Так, ты же стоп, а че ты меня... Че-то я не понял. Я воюю с Уром. А, я, наверное, с ним, блядь, не замирился, когда вас спер рабочего. Прикольно. Блин. Хех. Ну как бы я там его не атаковал, ничего, если что. Абузер. Нет, ничего не обузил. Мне краски нужны, Дик. Ну, добудь еще что-нибудь и поменяюсь я с тобой. Лёш, тебе мрамор, шелк, трюфель надо? Так вы нашлись? Ну, шелк, трюфель, но пока мне менять не на что. А я тебе могу два двойных на один одинарный, получаем выгоду, счастье. А, ну окей. Чепс, еще у меня будет еще Дик. Может, да, помочь развивающим нациям. Спасибо. Мне бы красители, вот я все жду человека, который с красителями меня встретит. Только Алма-Ата есть, я видел. А, давай на следующий ход, Дик, у меня с Халецким кончится трейд как раз и кинь. Давай. Стоп, а чё с висячками? Что я? Что-то я пропустил. Да, я типа тоже такой, о, висячки построю. Изи моё. А нафига морским нациям висячки? Ну, почти 70-й ход нет. Один караван обычный. Да. У меня нету колоссов, будет сады. Ну просто они дают столько же еды, как морской караван, в принципе. Я уже два каравана построил. И третий не могу. Ну сад бесплатный. Блин, может инженерку ускорить? Открою, появится, компас открою, появится. Все пока равно три хода, блин. Так у тебя появилось. То, что ты бегал.
Дик, тебе больше не нужны алмазы? Дик. Блин, мне нужно счастье. Офигеть, я в золотом веке на последнем месте. Найс. 47 молотков против 81. Второе место, если чё-то. Держу в курсе. Чё-то Найс сидел. Везде четвёртый. Вообще Найс. Красиво. Слушайте, а там с Марокко есть кто-нибудь рядом? Как бы он сейчас его не снес бы. Чё-то. Как-то. Нет. Еще будет арена. Лёш, ты там держись, как бы строй там армию. Не знаю. А Сиди что, с Россией кроме меня никто не граничит? Не знаю. Но делать мне нечего. Я холмами. Вот идти к Лёше, который за горами, через холмы. Чёрт тебя знает. Да. Сидеть тут. Я напоминаю, что у меня Килиманджаро еще к тому же. Я, собственно, поэтому за Килиманджаро так и рвался, потому что у русского соляной старт. У меня будет хоть какое-то преимущество. Чё, на храмы брать, парни? Да, конечно. Закопать, закопать. Брать из-за храма. Зачем тебе брать, закопать? Видите, процентов хорош. Правда, тут, наверное, лучше бы зашло 25. По-моему, мы все далеко. Так, дальше мне... Ну, наверное, пойдем... Блин, и физику хочется. Может, в физику реально пойти? Потом в арбалеты и только потом уже в универы. Как-то вот так. Казбы. У меня тут немного где построить можно. Сям, ну у тебя все нет, да, обмена опять? Не, вообще может, великую есть. Стену лучше. Дик, ты пошел в школу? А зря стену мазать? Строил. Так это вообще-то я их оставлю. Никуда не делаю, это ты где-то получил. Да-да. Хочешь, давай краски на вино потратимся. Может, тебя просят. Блин, ну... Ну, скоро у меня опять заберут алмаз. Ура! Ну, да. Сейчас вот краски дам на вино, а потом тебе алмазы дам. Да, нахера человек играет на морской нации, ему настолько некуда девать молотки, что он строит висячие строить, сады. Вот просто давай, бессмысленная трата молотков для морской нации. Я просто... Тупость. И чё ты это? Всё, через войну можно? Ну, прыгай. Так вы же границы открыли, нет? Так, оба? Тут уже не будет варваров, не тут тоже. То есть варвары могут открыли? Только я тут не быть. Я не открывал. Чё? Только русский получается. Давай вот так тогда идти. А капкан открыл? У тебя двойное. Основная кость есть у кого? Тот же вопрос. Как же тогда, раз уж мы трейдим с тобой такие дружочки? Фух. Yeah. Картинок у тебя, конечно, нормально. Вот я все до сих пор думаю, брать Мамбасу или ставить тут город. Блин, Дик, ты же в союзе с Киевом и с этим, а что ж ты мне не сказал-то? Просто мрамор, в принципе, пятым радиусом я смогу достать. Ты что, Мисич, нашел? Ты с ним в союзе.
Я их нашел. Вообще-то. Ну, так скажи спасибо. А что, за то, что я получил штраф? Дополнительный. Кто? Кто я, кто? Штраф нашел города. Ну, правильно. Так я уже сейчас... Блин, Дик, ну ты что, первый день в ФТЦУ, что говоришь? Что эти какие-то вещи такие объясняю? Я не знаю, прям вот... Даже странно мне. Не, о чем ты говоришь, я не понимаю. Ну, плохо, Дик. О, Дик, привет. Плохо, Дик, плохо. Слушайте, а типа, если не снимать, то не получишь первое место, да? Угу. Да. Я тоже забил снимать, и бы что-то лагало, и... В жопу... То есть, если снимать поиграть... прям всю игру, да, вот... Наверное, ну, да. Естественно, ты троллишь, что ли? Только концовку, когда ты получаешь победу. Да, скриншот сделаешь в конце. Я победил, смотрите. Не, Викси, а к тому, что ты, получается, за счет меня нашел ГГшки. Дик, когда ты объявляешь в войну городу-государству, ты получаешь ГГшки, ты получаешь бонус, ты получаешь штраф за всех городов-государств. Нет, если ты сам ему объявляешь, то ты получаешь. Но если ты объявляешь через человека, то ты вообще никакого штрафа не получаешь. Нет, секвесты, если были союзные государства, то он их нашел. Но он имеет в виду штраф, который типа скид... на всю игру, там, минус 20. Этого ты не помнишь. Загляните на consoleworld.ru, а на этом пока все. Продолжение партии, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.